Жень, Николь, ну что, вы приехали кататься на пенибордах? Да. Николь, я знаю, что ты не особо, да, им владеешь, а Женька очень крут. Мне уже на заднем колесе кататься. Ну, замечательно. Ну все, давайте, я вас оставляю, да? А вы играете? Да. Жень, я же не умею кататься, научишь меня. Хорошо, давай. Смотри, сначала ты ставишь вот эту ногу. Чуть-чуть пею. Смотри, сначала ты ставишь ногу вот сюда. Ну, потом скачиваешь одну вот сюда и толкаешься. Давайте. Мне так не за ручки, очень. Давай. Мне бы было удобно, если давай, бы давай, я вот это толкну. Давай за ручку. Давай ручку и поехали. Ну что, Никуха, поняла? Да, я сейчас попробую. Давай. Да. Давай, давай. Давай. Ну все, давайте, я вас оставляю, да? А вы играете? Да. Женя, ну я же не умею кататься. Научишь меня? Ага, сейчас, я тебе приехал учитель кататься. Ну, давай за ручку. Сейчас, пока. Ну, ладно, учить ты меня не хочешь. Давай хотя бы вместе катаемся. Даже мне за руку, просто вот так вот на расстоянии. А, сейчас, разбежался, бай-бай. Ой, этот брат. Еще сестричка меня называется. Женя, а что ты за канал смотришь? Я смотрю «Жестянка». О, классный канал. Но это же мальчиковый. Давай посмотрим «Пупсикиро». Это девчачий канал. Ну давай. Мне нет проблем. «Пупсикиро». Давай посмотрим. Мама не хочет наряжать елку на Новый год. О, давай. Смотрим. А что ты за канал смотришь? Жестянка. О, классный канал, только это мальчачий. А давай включим девчачий «Пупсикиро». Разбежался. Ну, Женя, пожалуйста, умоляю. Ну, ладно. Артур и Давид. Ты же хотела поменять видео. Ну не бойся, Тойса, Пупсикиро! Попьем чай, потом пойдем играть. Пойдем пить чай. Пошли. Просыпайся! Не буду с тобой играть. Погнали! Не хочу. Я буду с папой. А ладно, эти девочки. Лучше пойду со мной. Нику, что ты, если ты проснешься? На тебе еще два слиша. Давай я джингл, ты... Давай. Давай я сплю джингл в...
как бы большую башню, потому что здесь все снесены из лавы. Ой, головки. Смотри, он такой мягенький. Да, у тебя есть такой? Да. Мама вчера купила. Я получаю тебе. Это 5 000. Вот еще один. Смотри, я убираю в этот чемоданчик мой драгоценный. Не только голод, я еще и убираю шопкинс. У меня тут цель. У этой девочки, мне кажется, что у нее должен ребенок быть такой же. Да, да. Ребята, а что это у вас вообще происходит в комнате? Ну, мы чуть-чуть поигрались, как бы. Ну, прям чуть-чуть. А давайте-ка, наверное, я сейчас уйду. Мне надо по делу. А вы, чтобы все это убрали. Кто это будет убирать? Ты! Ничего не знаю. Ничего не знаю, чтобы вы все убрали. Он. Нет, Николь, ты будешь убирать, а я буду играть. Нет, конечно! Нет, тогда я буду просто вот так вот стоять и на это любоваться. Потому что Николь, ты будешь убирать. Николь, ну ладно, я тебе советую убрать. Мама нам придет и нам такое будет. Давай лучше уберем, а я тебе потом шоколадок дам. Мне свою. Ну ладно, давай уже уберем. Я буду голову, а дальше это все не мое. Может, капельку помогу? Николь, может, наоборот, я уберу Дженгу, а не мою. Ты уберешь. Ну ладно. Оу! Николь, не кидай меня. Я тебе не кидаю, а я тебе даю. Свои куколки лом. Вы что, возьмете одинаковые, что да, ли? Да. Серьезно? Вот так. Свет, короче, бананы. Давай ты возьмешь вот это, оно тебе прям подходит. Да блин, ну какое? Нет, я не хочу, это я вот это. Все, ты конечно. Давай не свой фах. Нет, конечно. Я все время проигрываю. Так... Наверное, у каждого из вас есть братик двоюродный. Или сестричка двоюродная. Ну или родной. Ну я родной. Или сестричка родная, или братик родной. Конечно, и поэтому мы показали в видео ситуации, которые происходят между братиком и сестричкой. А вы обязательно напишите нам в комментариях, есть ли у вас брат и сестра, как их зовут, да, и какие у вас отношения больше. То, что у нас были в ожидании или в реальности. Я думаю, в реальности больше всех. Ну, мы посмотрим, мы обязательно прочитаем каждый ваш комментарий. Зара Зарина, Екатерина Клименко, Алина Смирнова, Happy Family, Даша Пинчук. Привет! А всем пока-пока! Подписывайтесь на канал Весь Николь и Жека Бро. И на нашем инстаграме, и на лайки, короче, на все подписывайтесь. А всем пока! Все, Николь, погнали уже собирать пазлы. Yes, sir.